Теперь мы должны ввести данные в наш сайт журнала для этих паролей. Ну, собственно, перейти на наш журнал. Я перехожу в журнал, в личный кабинет. У вас должны быть полномочия издателя. У вас должна быть настройка журнала. Человек с полномочиями издателя это делает. Вот на вот у нас наша почта. Логин для подключения к серверу точно такой же. Логин для подключения к серверу такой же. Пароль для подключения, вот он у нас, мы его скопируем. Заполним. Так, вставили. Так, метод аутентификации. У нас SSL-TLS, 465 порт. SSL-TLS, 465 порт. 465 порт. И адрес приложения, адрес сайта, вот SMTP Яндекс.ру. Ввели его. Ну вот, собственно, сохранить и продолжить. Вот после этого у вас должно начать работать отправка через Яндекс.Почту.